Всем привет! Сегодня будем готовить вот такие вот ребрышки в духовке. Вот они еще горяченькие. Достала только из духовки. Это очень вкусное блюдо. Готовить просто его. Так что давайте готовить. Вот я купила ребрышки. Ну, не сняли. Это они должны снимать. Иначе на выходе будет пищать. Не сняли, забыли вот это. Говорят, воруют люди. Сейчас я их помою. Такие ребрышки. Ребрышки помыла, обсушила бумажным полотенцем. Разрежу на кусочки, чтобы в каждом была косточка. Эти маленькие. Сало немного обрежу. Наверное, хватит вот это. Ребрышки по вкусу посолила и поперчила с двух сторон. Помассирую. Смазала горчичкой. Смотрю, камера не включилась тогда. Все, пусть маринуется, пока я буду заниматься духовкой. Картошечкой. Картофель порежу так, как буду выкладывать на противень. И кусочки. Картофель порезала. Теперь посолим. Поперчим. Растительным маслом. Смажем пару ложек. Два, три. Это все будет хорошо. Так, перемешиваем. Перемешиваем. Так. Есть. Теперь выкладываю мясо. Мясо выкладываю на противень. Так. Есть. И картошечку. Сейчас разложим. В промежутках везде будет картошка. Накрываю фольгой. И минут на 40 отправляю в духовку. 200 градусов духовку. Беру два зубчика чеснока, выдавливаю сюда. Добавим паприки, перчика и маслица. Размешаем все это. И этим соусом смажем сейчас мясо и картошечку. Так, открываем фольгу. Так, мягенькая. Ничего не прилипло. Все. Так, смазываем соусом нашим мяско. Картошечку. Все уже готово. Зарумянится сейчас соусом. И все. Не накрываю. В открытом виде на 10 минут еще. Достала наши ребрышки с картошкой из духовки. Подрумянились они. Ничего не сгорело, чесночок только подрумянился. Пахнет чесночком чудесно, чудесно. Все готово, так что надо попробовать наше блюдо.
мяско возьмем. Мягенькое я уже вилкой чувствую. Мякусенькое. Ой, как вкусно. Вот, мяско, видите, отрезала. Мягенькое. Ну, картошечка, естественно, я говорила, мягенькая. В общем, вкуснятина немыслимая. Приготовьте. Приготовьте, и вы будете довольны. Вам понравится обязательно. Очень вкусно, и готовится очень просто. Так приготовите, во-первых, накормите семью, и очень вкусно. Можно подать и на праздничный стол. Все это впишется. Будете сидеть с гостями, а перед этим заложили это блюдо в духовку, и все, и оно себе запекается, не подгорело, ничего. Под фольгой, потом без фольги, и все. Так что удачи в приготовлении. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы приготовите эти ребрышки. Готовятся просто. Главное, закупить ребрышки. И все. И иметь час времени, чтобы запеклись ребрышки в духовке. И все. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.